субботу все будет. По крайней мере, управление Титов Арены заявляет, необходимое для игры сделано. Заменено охлаждающее оборудование и сети отопления. Но немалую часть работ еще предстоит выполнить. Никто не говорил, что мы сделаем до конца именно все, что мы захотели, запланировали. Понятно, что некоторые ремонтные работы, они будут продолжаться. Это будут работы с фасадом здания. Это мелкий текущий ремонт по фойе, какие-то еще места. Но основные задачи мы все решили. Кстати, хоккей здесь станет зрелищней. Коробку уменьшили, теперь ее размеры 60 на 28, а значит, игра будет плотнее. Над площадкой повесили мультимедийный куб для повторов интересных моментов. Команда «Динамо Алтай» настроена показать игру в субботу. Все понимают, что сейчас есть возможность попасть на пьедестал. И игры будут очень такие плотные и довольно-таки хоккей будет интересный, зрелищный. До полной готовности арену, по словам руководства, доведут весной, речь о фасаде. А 28 сентября здесь ждут гостей. Обещают полный аншлаг. Илья Кочетков, Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.